А мы продолжаем следить за развитием событий в злосчастной квартире по Ломоносова 143, где по вине одного замечательного соседа, превратившего свое жилище в рассадник заразы, на весь подъезд распространяются тараканы и крысы. Накануне соседи объявили поиск добровольцев для генеральной уборки нехорошей квартиры. И сегодня утром неравнодушные жители города подтянулись к этому адресу и приступили к делу. Напомню, мы уже не раз рассказывали об этой таракане эпопее. Накануне нам удалось оказаться в замусоренной квартире, погрязнувшей в насекомых и многолетней пыли. Это, к слову, стало возможным благодаря согласию одной из собственниц помещения. Масштаб коммунального бедствия здесь, конечно, колоссальный, но главное – начало положено. Вообще, первый раз такое видите? Чтобы, ну, чтобы прямо вот так вот по телевизору уже как-то видел, но не принимал участие. Это первый раз. Вы считаете, что нужно помогать людям? Конечно, надо что. Не запускайте, чтобы другие страдали из-за этого. Жители дома безмерно благодарны волонтерам, которые вызвались спасать их подъезд. Ведь чтобы решиться на такое, нужно иметь большую волю и по-настоящему чистое сердце. Некоторые волонтеры, кстати, приходили посмотреть на фронт работ, но, по всей видимости, он их сильно напугал. Многие от уборки просто отказывались. Около 4 групп, которые, посмотрев на эту квартиру, не решались. Но нашлись отчаянные ребята, которые нам помогли. А мы надеемся, что уборка пройдет успешно, и жители других квартир наконец вздохнут с облегчением.